МИД России возмущается приоритетами АПСИ. АПСИ не обращает внимания на ущемление прав русскоязычных в Украине. Министерство иностранных дел России выступает за реформирование АПСИ из-за перекосов в работе организации. Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Килин, передает газета.ру. Нас беспокоит то, как работают специализированные институты АПСИ. Основная часть их деятельности сосредоточена в сфере прав человека и осуществляется применительно к странам к востоку от Вены, сказал Килин. По его словам, на выборы в странах постсоветского пространства организация направляет 300-400 наблюдателей, в то время как за выборами в странах ЕС обычно наблюдают 4-5 экспертов. Другой пример – представитель АПСИ по свободе СМИ. Притеснение журналистов в одних странах он не замечает, а в других выискивает под микроскопом, а затем подает в гипертрофированном виде. От Верховного комиссара АПСИ по делам нацменьшинств мы постоянно требуем обращать больше внимания на ущемление прав русскоязычного населения в Прибалтике и в Украине, добавил представитель МИД. Килин заявил, что в связи с этим Россия выступает за реформирование организации, принятие устава для отдельных миссий и институтов. К сожалению, наши западные партнеры это блокируют, потому что нынешняя аморфность позволяет им заставлять институты АПСИ работать в своих интересах, отметил дипломат. Напомним, члены специальной мониторинговой миссии, СММ, АПСИ не смогли получить доступ в места хранения вооружения боевиков на Донбассе. По материалам сайта newsgro.com.